Итак, представляем вам голова ламповая и раса бульдозер на лампах EL34, 50-ваттная версия. Кастомная, кстати, серебристая. Так, ну сейчас посмотрим, что у него есть. Чистый канал. Громкость очень бешеная, мощность очень большая, громкость бешеная, поэтому сейчас примерно, ну, на единичку. Винтаж 30, Eminence, какой-то там бла-бла, 128. А, Stratocaster, собранный, кастомный, да, самый лучший, именной. А, подпись, Виктор Зинчук, все дела. Что у нас еще есть? Да. Так, у нас есть еще второй канал. Тут есть еще первый, но очень громкий. Не знаю, могу его включить, сейчас потише сделаю, просто так. Да, радио, да, кстати, радио. Мы рекламируем радио, оно вот почему-то вот как-то ловит. Ну, сейчас он опять будет. Внимание. Да, вот оно, радио. Да, я раз об инструкции предупреждаю, техника профессиональная, поэтому очень аккуратно, ручки крутите аккуратно. Так, ну гейна мы сейчас можем добрать. Тут сейчас стояла прямая троечка, но можно на один час. А, мы сейчас можем включать каналы. По-моему, да. Да, вот так. О, ну, да, вот здесь мы. И еще можем включать. Вот такая штука, Ерасов DC. Да, тут играться очень долго можно. Кто тут уже крутил? Программируем, кстати, штука. Работает. Если что, вот она такая штука. Это делает фирма Чойо. Специально для Ерасов. Все, до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и что там еще.